едем на нары с Мишей. Только два человека у нас. Все остальные застали дождя. Пока что еще лайт. Я специально выбрал, чтобы мы поехали против часовой стрелки. Старый маршрут с кватерами. Вот, пока что лайт у нас. Сел. О! Пипец. Что? Пипец, по катушке что-то прорвало у меня. Да, штангик прорвало. Рождающей жидкости нет. Приехали! Да вон к дереву. Что стоим? Сломался. Ну. Че, мы заклеить? Дренки замотать, что ли? Я помню, за вброс приезжали в прошлый раз. Речь на 40, а ты такой сидишь на мостике, понимаешь? Получаешь кайф.
сторону надо просто проехать. Эффектно. Цепь слетела. Первый раз. Шланг дура. Первая кровь. Долбанный бродик сбросил мне цепь. Я думал, я все, здесь останусь. Но нет, я смог ее одеть. И мы движемся дальше.